выступала. И в-третьих, все-таки Юлия Раскина – это имя, и нужно уметь поддерживать статус. Вот по подсчетам наших режиссеров, Елена Ткаченко на третьем месте. Ну, уточним оценки, тогда сообщим позже. Видели на последних кадрах забинтованную ступню Елены Ткаченко. Почему-то белорусам все время не везет с травмами на ноги. У кого-то там спины болят, у кого-то... Это, конечно, никак не зависит с национальностью и с тем, какую страну представляет гимнастка. Но вот в Беларуси почему-то все время летят ноги.